рулеткой в руках сотрудник пожарной охраны гуляет по школьным коридорам. Инспектор не случайно прихватил измерительный прибор. В школе идет проверка соблюдения требований пожарной безопасности. По закону в образовательных учреждениях пути эвакуации детей и сотрудников должны быть свободными всегда. Ведь беда может прийти, когда ее совсем не ждешь. В первую очередь обращаем внимание на исправность автоматической пожарной сигнализации, на наличие и исправность эвакуационных выходов, то есть доступы к ним, смотрим, открытый или закрытый на ключ. Также мы обязательно проверяем наличие перечных средств пожаротушения. Список требований к школам и садам весьма внушительный. Но раз закон есть, нужно соблюдать. Автоматическими системами оповещения оснащены все школы округа. В случае срабатывания сигнализации звонок моментально поступает на пульт пожарной охраны. Но до прибытия специалистов коллектив должен приступить к эвакуации. Но если там у нас эвакуационный выход, мы считаем со спортзала, тогда нам оттуда нужно будет все убрать. Если мы его считаем коридорчиком, бога ради, но ничего там лежать не должно. Каждый уголок обследуют специалисты. В целом в 8-й школе техника пожарной безопасности организована на должном уровне. Коридоры просторные, во дворе имеется пожарный гидрант, а огнетушителей даже больше, чем того требует закон. Пожарная безопасность, безопасность детей – это самое главное. Вот мы отвечаем за жизни детей, родители нам доверили детей. Сегодня прошла проверка нашей школы. Прошла хорошо, но есть замечания отдельные, которые, конечно, я думаю, что мы сегодня-завтра их устраним. Подобные проверки пройдут во всех школах и садиках Уссурийского округа. Необходимость контроля возникла после инцидента во Владивостоке, где случилось возгорание в одной из школ. Эвакуация учеников была затруднена. В образовательном учреждении позже выявили нарушения. В том пожаре никто не пострадал, но ведомства взялись за проверку. По заданию прокуратуры Приморского края в настоящее время на территории Уссурийского городского округа органами прокуратуры проводится проверка соблюдения требований пожарной безопасности во всех образовательных организациях. Ежедневно сотрудники прокуратуры совместно с органами государственного пожарного надзора выходим на проверки для выявления нарушений требований пожарной безопасности. В случае выявления нарушений, соответственно, принимаются меры прокурорского реагирования. Параллельно пожарные проверяют и готовность коллективов на случай ЧС. Несколько раз в год в школах и садах проводятся учения по эвакуации людей. Легенды о возгорании уже апробировали на нескольких школах в феврале. Под звук сирен выйти на улицы также предстоит всем образовательным учреждениям. Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Телемикс.